Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор отдушки Черути 1881 знаменитого дизайнера Н. Черути. Это нежный аромат, яркий, сочный, насыщенный, но он не вызывает раздражение, потому что он не настолько сильный, наоборот, такой приятный и мягкий. Как известно, аромат – это даже визитная карточка человека. Особенно сейчас, это сейчас очень модно, различные духи известных брендов, но не каждый может себе это позволить, поэтому благодаря парфюмерным отдушкам вы можете сделать себе духи самостоятельно или туалетную воду себе или своим родным или близким, или добавлять эту отдушку не только в духи, но, например, в мыло ручной работы или же в гели для душа, в шампуне, тогда ваши волосы будут приятно пахнуть настоящими духами. Эта отдушка стойкая, оставляет такой приятный нежный шлейф. Она экономная, потому что достаточно несколько капелек, чтобы был хороший сильный аромат. А это тоже плюс. Она не вызывает никаких раздражений, неприятных ощущений. Довольно-таки мягкая, нежная. Вот я покажу бутылочку. Фасовка у нас идет 10 мл. Поставщик Франции. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!